Эти скромные ребята, горячо подбадриваемые публикой, финалисты международного конкурса пианистов имени Шопена, одного из старейших и самых авторитетных состязаний академических музыкантов в мире. Холл Варшавской филармонии заполнен до отказа. Все в предвкушении оглашают имена победителей. Победитель конкурса Шопена, обладатель первого приза и золотой медали Сон Чин Чо. 21-летний музыкант из Южной Кореи получил возможность выступать на лучших концертных площадках мира, а также денежный приз в 30 тысяч евро. Сон Чин Чо – первый южнокореец, выигравший в этом конкурсе. Я слушал выступление с конкурса Шопена в 2005 году. Тогда мне было 11 лет. Моими кумирами в то время были Рафал Блехач, Дон Хён Лим и Дон Мин Лим. С тех пор моей мечтой было поучаствовать в конкурсе Шопена. А сейчас я не могу поверить в то, что произошло. Второе место занял канадец Шарль Ришар Амлен, третья американка Кейт Лю. Среди 78 участников конкурса было 6 россиян. Лучше всех среди них выступил Дмитрий Шишкин, которому присудили 6-е место с премией в 7 тысяч евро. Напомним, победительницей прошлого состязания была россиянка Юлиана Авдеева. На этом конкурсе исполняют лишь произведения Шопена, польского композитора и пианиста-виртуоза, жившего 200 лет назад. Мероприятие проходит в Варшаве с 1927 года раз в 5 лет. Перерыв делался лишь в годы Второй мировой войны.